хочу сказать, что из этого вытекает очень важный вывод. Надо сейчас прекратить идеологически, буквально излишние все эти споры. А надо ставить конкретные задачи, конкретные, по улучшению жизни людей. Отсюда мы такой вывод делаем. Коль все одно и то же, коль кукловод один во всем мире, мы это видим четко, особенно опыт Югославии это доказал, с Косово. Мы же поняли цену, что такое западная демократия в ее активной форме. Так вот, чтобы этого не произошло, нам надо прежде всего обратить внимание всего человечества, что над нами стоит такая серьезная опасность, что все мелкие идеологические и религиозные войны – это нонсенс в наше время. Это недопустимо нас с вами.